Изучение Костромы может быть интересным. Доказал этот факт автор книги «Интересные прогулки по Костроме» Елизавета Миронец. На презентации было отмечено поразительное умение автора замечать детали в привычном и умение подать материал так, чтобы вызвать интерес. Это действительно важно, ведь книга рассчитана на детей от 5 до 10 лет. Автор считает, что заинтересовать ребенка можно только с помощью игры. Поэтому в издании так много картинок и загадок. Начинается один из игровых маршрутов в самом центре города, на Сусанинской площади. Именно отсюда проще всего рассказать о причинах веерного расположения улиц. По мнению организаторов, такой вид путешествий будет способствовать укреплению связи между родителями и детьми. Сначала я думала сделать первую часть книги по центру. Надо сказать, что улица Симоновского – это моя родная улица. Я прожила на ней 7 лет. И она вот как, можно сказать, что это мой любимый маршрут, и она дала мне такой толчок к творчеству. Всего разработано 7 маршрутов, затрагивающих центральную часть города. Но, как признается Елизавета, вполне возможно последует продолжение.